Сделать этот влог более разговорным, потому что тот таким не был. Иду на работу и просто в шоке, как за неделю все расцвело, потому что даже по влогу, по предыдущему, если посмотреть, я показывала вид из окна, там почти не было травы, деревья были голые, даже немного снега лежало, и вот сейчас это у нас перед окном. На самом деле я не очень люблю, когда так расцветает, все только из-за того, что деревья перед нашим окном закрывают солнечный свет. И поэтому вообще и так солнце у нас мало попадает, а летом очень темно в квартире из-за того, что деревья просто перекрывают все солнце. Но зато на улице приятно. Эта неделя будет такая суматошная, потому что я уезжаю в Питер уже. Меньше чем через неделю я буду показывать сборы, плюс я хочу немного кое-что в комнате переделать. Тоже буду показывать, как мы все это будем делать. Вот. Всякие штучки. Вот, иду обратно в студию и буду бить кое-что себе. Вышла на работу, вообще не выспалась. Короче, я же сделала, получается, себе вчера веснушки, татушки и вот типа родинки. Вот, и нельзя, ну, типа тональником нормально закрашивать, потому что это как бы как ранки. Ну, и не могла не накраситься. Вот, и немножко как бы консилером подкрасила там свои прыщи, но все равно они плохо замазались. Ладно. Вообще, на самом деле, я думаю, то, что там мало чего от них останется, потому что на лице и так плохо держатся татуировки, такие, ну, маленькие, легкие. Вот, а я их совсем малючком и сделала. Ну ладно, посмотрю, как заживут. Если что, потом еще сделаю. Powerbank, провод на iPhone. Это, короче, я делаю маникюр, и у них там есть не всякие штучки, которые мне бы хотелось попробовать. Я заказала вот такую штучку, такую
арт-пасту, тоник для волос, я не знаю, оттеночный бальзам. У меня, короче, я осветляла затылок еще давно, Мелисса. Вот, видите, у меня тут такие светлые прядки, потому что я уже красила, они смылись. Я решила попробовать не краску, а оттеночный бальзам. И вот такая корзинка. Вообще, я думала, она будет немного поменьше, я не посмотрела размер. Но вообще супер золотая, такая очень эстетичная. Как я говорила, я планирую небольшие изменения сделать до Питера у нас в комнате. Вот, и я покупаю всякие штучки. Вот, вот такая. Свечка в кокосе. Другой выход — отдавать эти деньги. Мне нравится эта клиника. Искать там дешевле я не хочу. Ну все, если это не рационально. Если у тебя привычка желание откладывать на будущее. Ну, не, ну вот так, чтобы на будущее я откладывала, такого нет. Но когда я только начала зарабатывать свои деньги, я довольно много тратила суммы. И всегда тратились почти все деньги под... на хлебозавод, на маркет у моря. Посмотрим, куплю я что-нибудь тут или нет. Отвечаю, купит. А с чем взяла? С чем? Да. Я не помню. Табак кардамон и второй.
второе что-то там ши. Не масло, что-то другое. Дальше. Вот такое колечко. Вот это вот. Да. Дальше. Вот такое колечко. Индийское. Ой. Ну, короче, вот. Угу. И у Сони мы взяли. У меня от Сони уже есть чашечка. Вот еще. Шкатулка. Всем приветик. Я сейчас иду на работу, еду. А до Питера осталось 3 дня. Сегодня я работаю, завтра я работаю, собираю быстро все свои шмотки татуировочные. И во вторник мы уже вечером уезжаем. У меня очень много дел, которые нужно сделать, и я ничего не успеваю. Например, я вяжу шопер, как вы могли видеть во влоге, и мне нужно связать еще ручку. Я не успеваю, а я очень хочу этот шопер с собой взять. Поэтому мне нужно это тоже быстро сделать, написать кучу списков. Надеюсь, я все успею. Ну и тут так же, как и было, в принципе. Немножко только поменяла сверху. Вот тут вот штучки немножко по-другому стоят. Добавила вот шкатулочку новую и плющ. И на столе чуть-чуть тоже по-другому стало. Ну и тут вообще все по-другому теперь выглядит. Очень мне нравится, очень я давно хотела что-то переделать. Вот тут в коробочках я сложила всякие штучки, которые не надо, чтобы были видны, там, глина и всякие рисовальческие штучки. Вот, тут такое. Мои благовония. И вот так тут. А если сверху посмотреть, там зажигалки. Вот так. Как вам?